oases, gelkages, afardagu. Юмором переводится на русский язык как «будем вместе». То есть это концепция объединения и единства, сплоченности людей в обществе. Ну, мы делаем это доступным нам способом через творчество, через какой-то созидательный труд. Портал возник вокруг очага, был костер, пришли люди, согрелись. Я в моменте почувствовал, что, ну, понял, что здесь мероприятий проходит, наверное, больше интересных мероприятий, проходит больше, чем во всем Владикавказе. Каждый вечер здесь какой-то перформанс был. Такой, что, блин, это слышал только я. Здесь бывали ребята, которые никогда не выступает на сценах, можно услышать только, видеть только воочию. Атмосфера здесь, да, особенная. Тепло людей, и которые люди хорошие. Здесь, да, занимаются творческой деятельностью, да и, в принципе, просто прохожие, которые сюда приходят, они как-то меняют свое отношение именно в этом месте. На улице ты проходишь, и они какие-то с угрюмыми лицами, да, что ли. А здесь просто все: а, это так красиво, это так классно, надо здесь пофоткаться, и... Просто, когда ты уходишь отсюда, во-первых, тебе не хочется отсюда уходить, а во-вторых, ты хочешь тоже какой-то вклад сюда внести. Здесь сразу хочется на пианино поиграть, творить, так научиться, и рисовать научиться хочется, и вообще творчество окунуться, как ну, да. Место, которое привлекает туристов очень-очень сильно. Ну, то, за что не стыдно. Вроде бы все так выглядит, как-то, ну, просто. Зато притягивает людей. Такая вот штука. Хиконд, он стабильно уже мероприятие масштабное, он подтягивает от 5 до 6 тысяч людей. Хиконд – это придуманное нами слово, придуманное порталом слово, которое обозначает «сделано своими руками». Сокращенно «хику хайкон». Новое ассистентское слово. Слово подхватилось, люди его знают, независимо от национальности, используют, а уже становится обиходным. Это нас очень радует. Это уже 5-я по счету ярмарка, которая организована с целью поддержать и сделать известными людей, которые делают своими руками очень красивые и нужные изделия в нашей республике. Лично для меня приятное открытие было, был отзыв пожилого человека, отца одной из участниц, который вчера был здесь, и он был удивлен и под впечатлением, что вот такое событие происходит, ну, живо, не запланировано властями, а создано самими жителями, самими участниками, молодежью. И приятно, что есть
контакт со старшим поколением и с младшим, то есть здесь бегают дети. И я считаю, это очень важно, когда у поколений есть связь. Это первое условие здорового общества. Выставки, и мне уже безумно нравится, потому что атмосфера просто нереальная. Ребята такие талантливые, и просто из никакого помещения сделали просто конфетку. Мне очень безумно нравится. Плюс все работы представлены. Меня поражает то, что люди делают это своими руками. Это нереально круто. Собираем свои манатки. А стройка началась. Вот. Надо помещение освободить. Так как не нашлось места, куда перебазироваться, где продолжать. Ну пока. Все сложно. Где-то в складах. Вот. Дальше, в принципе, пока ничего не ясно. Вся эта история вокруг портала, она напоминает драку бульдогов под ковром. Потому что непонятно кто, против кого. Такое ощущение, что портал оказался такой, стал такой разменной монетой между властвующими там структурами всякими. Потому что есть большая часть и чиновников, и простых граждан, те, которые поддерживают нас. Есть совершенно, как скажем так, оппозиционное движение, да, которое нас не поддерживает. Вот. Портал никогда не выступал против строительства нацмузея. Портал, наоборот, пропагандирует все национальное, сакральное и прочее. Тем более, что кроме клочка земли, которая никак не предусматривалась в плане реконструкции нацмузея, портал ничего не требовал. Вот. Даже не требовал, не просил. Вот. Ну, собственно говоря, вот какая-то такая ситуация непонятная. И мы вынуждены с ней мириться, потому что, опять же, юридического права нахождения здесь нет. Наше видение российское и в республике традиционного искусства, да, оно преподносится такой очень дикой серьезностью, да, что к нему молодым людям не подступиться. То есть это обязательно должны там быть какие-то там концерты строгие, там классическая музыка, когда, к примеру, там в Венеции или в Милане играет камерный оркестр на улице для всех прохожих, и люди там не обязательно должны быть во фраке, чтобы насладиться этой музыкой, да, и поэтому молодое поколение к этому тянется, да, у нас же ситуация немножко другая, и мы не можем, не в силах, скорее всего, взять и все это быстро поменять, но вот такой вот непосредственная близость творческого кластера, куда тянется молодежь, и национального музея, да, оно не могло бы не повлиять на увеличение трансфера, да, трафика или как там, как конверсии в нас музее. Сделало бы его более популярным среди молодежи местной и приезжей. Думаю, если бы это было где-то в параллельной вселенной, то портал бы объединился с музеем. Ну и тут конфликт поколений, я думаю, что это просто непонимание. Такие явления, как портал, они представляют вообще будущее нашей молодежи. Я даже уже не представляю будущего без портала, то есть будущего молодежи Осетии и нашего окружения. Хочется, чтобы снова возобновили в новом месте. Портал, думаю, продолжить свою деятельность. Никуда не денется. Я думаю, что
нас что-то лучшее ожидает.